Итак, мы продолжаем изучать Пиркей Авот, получение отцов, и мы находимся в первой главе этого трактата, и Мишна, вот так как я взял сейчас другое издание, здесь восьмая Мишна, которую мы сейчас учим, или седьмая, потому, то есть по номерам я сбился немного, значит, седьмая или восьмая Мишна. Иуда бен Табай, Вишмон бен Шатах, Киблумеем. То есть, как мы уже знаем, в каждой Мишне следующее поколение мудрецов получают от предыдущих. И не только от предыдущего, но и от предыдущих, потому что Тора идет от Моше Рабейну без изменений. Иуда бен Табай говорит, «Аль тас ацмахак архе адайним». Не делай себя, как на сегодняшнем иврите, орахдин – это адвокат. Не делай себя адвокатом, говорит нам Иуда бен Табай. Не делай себя, как адвокат. Вакашаю балей деним обдим лифанеха. И когда будут судящиеся балей деним, это те, кто судятся между собой, стоять перед тобой, это он обращается как бы к судье. Когда они будут стоять перед тобой, ию бейнеха керешаим. Пусть будут в глазах твоих, как злодеи они. Вакаши нефтарим милифанеха. Когда они от тебя освобождаются, уходят они от тебя, от судьи имеется в виду, ию бейнеха кезакаим. Пусть будут в твоих глазах как удостоенные. Кешекиблу алеем этадин. Когда они получат на себя этадин, когда они получат, то есть судья дает приговор, и они на него приняли, тогда они сразу стали как закаим, они сразу стали как удостоенные. Теперь давайте разберемся, что он говорит относительно того, что мы изучили раньше. Раньше мы изучили, что написано, что «Авыдан от Коля Адам лекавсхуд». Йошуа бен Прах, я сказал, что я должен судить каждого человека с хорошей стороны. Значит, теперь следующий мне был совет от Нитайр Бели. Он мне сказал, чтобы я отдалился от плохого соседа и вообще не присоединялся к злодею. То есть мне непонятно, как я должен всех судить в хорошую сторону, а вдруг они справятся. Ну, то есть это первый был совет Йошуа бен Прахья. Второй мне сказал мудрец не меньшего уровня, чтобы я отдалялся от плохого соседа, не надеясь, что он исправится. Я просто должен продать свой дом, свою квартиру, уехать от него подальше, потому что теперь... И он же мне сказал, чтобы я не присоединялся к злодею даже в хорошем деле. Но опять же, а вдруг он исправится, как я могу... Теперь здесь мне дано указание, чтобы я вообще к людям, которые судятся, причем явно, что один из них не злодей. Один из них, получается, он же, если два человека в суде, то, скорее всего, один из них прав. Хотя бывает такая ситуация, что как один раввин судил, да, два к нему пришло, и один рассказывает судило. Он ему говорит, да, ты прав. Он говорит, второго выслушал, тот сказал судило, он говорит, ты тоже прав. Ему помощник говорит, Ребе, ведь не может быть и тот прав, и тот прав. Он говорит, ты тоже прав. Как? Значит, да. И здесь мы видим примерно такая же ситуация, что стоят болезни перед судьей, и он должен думать, что они злодеи. Хотя до этого нам сказал учитель, то есть Йошуа бен Прахья был на поколение выше, и он был по уровню, значит, выше. У нас идет, чем ближе к дарованию Торы, тем выше уровень мудреца, чем ближе к источнику знания. Получается, что, ну, не сходится. То есть стоят перед тобой два человека, и ты, зная, что они, кто-то из них точно прав, скорее всего, ты должен к ним относиться как к злодеям. А когда они уходят от тебя, ты вдруг должен к ним изменить отношение, относиться как к хорошим людям. Но не всегда, а только если они приняли на себя закон. И поэтому, если они не приняли на себя закон, значит, я должен к ним относиться как к злодеям. Как в этом разобраться? То есть очень сложная ситуация. Теперь, что можно из этого сделать вывод? Что мышление человека и его статус злодея Раша, он или злодей, или цадик, праведник, да? И само мышление, это очень такое слово есть, лабильные системы. Лабильные – это изменяющиеся, гибкие системы. То есть однозначности в определениях в этом аспекте, человек злодей или он не злодей, очень сложно найти однозначность этого определения, потому что есть мишна в Кидушине, что когда человек говорит женщине, что вот ты посвящаешься мне на условиях, что я цадик, а оказалось потом злодей, или он ей говорит наоборот,
ты посвящаешься мне в жены на условии, что я злодей, но оказалось, что он цадик, то он должен ей дать дед, хотя он ее обманул. И получается, как бы в договоре было, ну, это не действительный договор. Почему же он должен ей дать разводное письмо? Потому что, говорит Гмара там, что вот этот момент злодей или праведник, он меняется в одну секунду в мышлении человека. То есть, если, например, он был злодей, тут он в какой-то момент думает, эх, как же я так мог, эх, жизнь моя жестянка, зачем я такой вообще? Я хочу быть праведником, хочу служить Богу, все. Оп, он уже цадик. Или другой, может быть, он цадик вообще такой, прям вообще. Но в какой-то момент он думает, наверное, кроме Бога еще кто-то есть, да, там какой-то идол. И все, и он уже злодей в этот момент. Так, теперь мы понимаем, первое мы понимаем, что статус человека относительно добра и зла меняется в момент, когда внутри его происходит легкое изменение. Поэтому мы не можем судить человека однозначно, но мы должны, исходя из того, чему нас учит Тора, менять свое отношение в зависимости от закона Торы, как нам Тора сказала, себя вести. То есть есть установки по умолчанию. Например, если мы опять идем по порядку, то Йошуа бен Прахья, он сказал «Осэ леха рав, найди себе рава, в укне леха кавер, приобрети себе друга». То есть не зря же он эти три вещи поставил вместе. Значит, когда речь идет о поиске рава и приобретении друга, для того, чтобы я мог выполнить эти два условия, мне нужно судить каждого человека с хорошей стороны. Мне нужно стать позитивным, потому что если я буду в принципе негативным человеком, то я и на них вылью свой негатив. Да? Человек, который судит все с негативной стороны, когда говорится «Авданет коль адам лекавсхуд», имеется в виду «поверни свою систему оценок ситуации в сторону позитивной оценки». Да? Вот, а так как человек, в принципе, ничего не знает, это мы знаем из Каэлита, царь Шломо, мудрейший из людей, он сказал, что значит, не знает человек, что будет, и даже то, что за ним сейчас, нужен кто-то, чтобы сказал ему. Он даже то, что сейчас не знает за его спиной. То есть все, что человек не видит своими глазами, это вообще все вилами по воде писано. Вообще это непонятно. То есть то, что он видит глазами, и то это надо объяснить, что он видит глазами. Нужно какое-то дать этому объяснение. А то, что он не видит за своей спиной, он не знает, что будет. Что будет завтра, он не знает. Через час не знает. Мотивы поступка человека не знает. Его последствия поступка не знает. В принципе, человек ничего не знает, кроме того, что видит своими глазами в данный момент. Но так невозможно жить, поэтому человек домысливает картину. Он живет в той картине мира, которую он домысливает. И тоже в Каэлите написано, что Бог никому не дал целую картину мира. Написано так, что Бог дал мир... Что сейчас? Эх, нет, здесь Каэлита. В общем, весь мир находится в Белебам. Бне Адам, в сердцах людей, то есть весь мир, все мироздание находится в восприятии людей. Но ни одному не дал полностью увидеть всю картину мира от начала до конца, коль маасе, которое сделал Бог. То есть каждый видит только маленький фрагментик, и никому не дано увидеть всю картинку, причины, следствия, факторы, которые влияют, как эта вся ситуация дальше будет развиваться. И значит, Йошуа бен Прахья, видел ли он Моше всю... Нет, Адам решен, написано, видел всю картину мира от начала до конца. Все мироздание от начала до конца. Тоже вряд ли он видит все мироздание от начала до конца. Он не... Ну, то есть, возможно, имеется в виду, что в эти моменты, когда человек максимально соединен... Только Бог, он видит все мироздание от начала до конца. И когда человек соединен с Богом, ну, это был только Адам решен, он был полностью соединен с Богом. Значит, Йошуа бен Прахья нам сказал, что нужно включать вот это качество «Авэданет коль адам схуд», судить каждого человека в хорошую сторону, когда тебе нужен рав и нужен друг. И тогда ты, иначе ты не получишь. Дальше сказал нам Йошуа бен Нитайр Бели, он нам сказал, что, значит, отдались от плохого соседа и... не присоединяйся к злодею, да, даже в хороших делах. То есть здесь речь идет о месте жительства и о делах, о бизнесе. Это как бы другая сфера жизни. И здесь ты должен быть очень осторожным, потому что то место, где ты селишься, оно на тебя влияет 24 часа в сутки.
Здесь вот ты, ну, то есть, как бы ты ни относился, если там есть опасность, она есть, и ты не можешь идти в место опасности. Значит, место жительства, ты должен отдалиться от плохого соседа, и ты должен не присняться кроша даже в хорошем деле, ни в каком бизнесе. Теперь, что нам сказал Иуда бен Табай? Он нам сказал следующее. Он говорит, если ты судья, значит, не делай себя как архея дайним. То есть, если есть какие-то люди, которых ты должен рассудить, судить, там, например, у меня вот вчера пришел ребенок, да, и говорит, вот у нас в хедере там сейчас разделились на две партии. Есть одна, есть вторая. Я говорю, послушай, это неправильно. То есть это не, ты не должен в этом участвовать. Потому что ты ни в одной партии, ни в другой. Ну, там разные, ну, какие-то хасидут. Я говорю, мы ученики Рава Ицхака Газильбера, храна царей Вераха, который был со всеми в хороших отношениях. И ты не можешь судить тех. То есть, ну, кто тебя вообще поставил? Если ты с одними, то ты тогда враг с другими. Если ты с этими, ты враг с этими. То есть, зачем тебе нужно это? То есть, это вообще не твой спор. Я ему рассказал историю, по-моему, ее рассказывали про Люблинского, Хаземи Люблин. Значит, к нему пришли, это был великий такой видящий, да, как он, ну, на уровне был Руаха Кодеш, да, как пророк и божественный дух. И к нему пришли хасиды и говорят, вот два рэбы там между собой спорят, за кого вы, за того или за того? Он говорит, вы знаете, говорит, я вам хочу рассказать историю. Значит, как-то в лесу лев шел по лесу в плохом очень настроении. И, значит, он видит, бежит заяц. Он зайца хватает, говорит, заяц, есть у меня запах изо рта. Заяц говорит, нет вообще, только вот клубника или малина, не могу понять, значит. Лев ему говорит, так ты сволочь такая, мне врешь, прям в лицо врешь, нагло врешь. Я тебе задал вопрос, ты что, не знаешь, что есть? И он зайца убил, значит, от гнева. Бежит он, да, лев идет дальше, в плохом настроении, бежит волк. Он волка хватает, говорит, есть у меня запах? Волк говорит, есть. Он говорит, ты что, это лошон ара. Это лошон ара, то есть ты что, меня хочешь опозорить? Я что, не знаю, что есть? Так ты мог бы как-то, ну, с уважением отнести к царю зверей. И он его тоже убил. Значит, бежит дальше, хватает лисицу, значит, говорит, есть запах? Она говорит, а ну еще дыхни. Она говорит, две недели насморк, не вообще не понимаю, есть, нету, не могу понять, есть, нету, не знаю. И, значит, он говорит, я не знаю причин, почему эти рэбы друг с другом ссорятся. Я вообще с ними, этими рэбами двумя, я с ними не, ну, это не моя ссора, не моя тема, не мое это. Че должен их судить? Пускай, говорит, я вообще в этом деле не участвую. Вот так он и не сказал свое мнение. Теперь нас учит Иуда бен Табай, он нас учит. То, что говорил Шлома, есть одна позиция. Шлома Мэла говорит, не лезь в ссору, которая не твоя. Вообще не лезь. То есть эта ссора не твоя. Но если уже тебя все-таки поставили судьей, так ты должен к двум сторонам относиться как к злодеям. Почему? Потому что те люди, которые начинают судиться друг с другом, да, они включают качество, которое называется качество суда. Качество суда – это когда сказала Сара, например, Аврааму, пусть Бог нас рассудит. И в первую очередь Бог кого начал судить? Ее. Когда человек начинает судиться, он включает вообще в мире качество суда. Есть такой закон, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Теперь, если один с другим начинают судиться, они оба включают это качество. То есть они хотят с друг другом судиться. Давай-ка найдем справедливость. А написано в книге Коэлит, что нет садика на земле, который бы не грешил. Нету. На каждом человеке есть какие-то вещи, которые он делает не по закону. Но если он мягко судит других людей, и он говорит, что, ну, у каждого есть основания, каждый хочет как лучше, и, ну, то есть он старается ко всем подойти с точки зрения, с позиции хеседа, милосердия, то он включает на себя на небе хесед. Если он подходит с позиции суда, он включает суд на себя же. Получается, что Иуда бен Табай, он нам сказал такую вещь. Альтас ацмехак архея даним. Не делай себя как архея даним, если ты судья. Да? То есть, если ты судья, то ты не можешь относиться адвокат, как в суде. Есть должность прокурор, есть адвокат.
Прокурор, он любую ситуацию судит со стороны виноватого. Адвокат, он судит ситуацию со стороны не виноват, но он судит не виноват того, кто ему заплатил. Он говорит, секундочку, ты мне заплатил, ты не виноват, ты мне заплатил, ты не виноват. Значит, теперь, если ты уже судья, есть две стороны, ты должен к обоим относиться одинаково. Они оба судятся, значит, у тебя должен быть взгляд, говорит Иуда бен Табай, что оба сейчас находятся в зоне суда, виноваты. Теперь, значит, есть известная история, как один был судья, а написано в Талмуде, что, значит, ну, самое такое, если ты цадик на уровне, да, ты даже не должен смотреть на злодеев, в лицо злодеям. И вот сидит раввин, который в этом городе раввин, приходят к нему два человека, которые очень уважаемые члены общины такие, и они хотят выяснить, у них между ними какой-то спор, выяснить спор. И он на них начинает орать, значит, и он на них не смотрит вот так вот. Они говорят, что такое, значит, как это? Он сесть, там, встать, все, значит. Они вообще не могут понять, что такое. Потом рассказывает, там, выйдите отсюда, мне надо подумать. Потом, значит, подумал, говорит, значит, ты виноват, ты это, принимаете? Они принимают. Он говорит, вот давайте теперь чайку попьем, уважаемые там товарищи. Они говорят, слушайте, вас не поймешь, что вы орете, то вы уважаемые товарищи. Он говорит, так это же Мишна в Пиркей Авот. Сказал Иуда бен Табай, когда будут стоять перед тобой те, кто судятся, пусть они оба будут в глазах твоих как злодеи, одинаково. Когда они уходят от тебя, то они будут перед в твоих глазах оба как закаим, как удостоившиеся, если приняли на себя закон. То есть здесь есть тоже интересный такой нюанс, что в том месте, где стоят раскаявшиеся грешники, цадики не стоят. Почему цадики не стоят там, где стоят раскаявшиеся грешники? Значит, есть динамика. Да? Если человек был в какой-то момент, он был злодей. И он в этот момент, он говорит, все, я, значит, исправляюсь, делает шуву. То есть его динамика подъема, она очень высокая. Написано «Липум Сараагра». Ему непросто. То есть, раз он уже был внизу, значит, то ему требуется усилие, чтобы из этого низа выйти. Теперь, если он уже был цадиком, у него нет динамики. То есть, у него нет никакой динамики развития. Поэтому, интересно, по Шулхан Аруху детей нужно учить только икар мицва. Не надо учить их идур мицва. То есть, если ты учишь детей, например, в Хануку, ребенка надо научить зажигать одну свечку каждый день. Для чего? Потому что зажигать больше, это уже идур мицва. Чтобы у него остался хоть какой-то момент для роста, для динамики. То есть, если ты его научишь автоматически все делать уже по самому высокому уровню, и он такой, то у него нет никакой динамики развития. Но современная, как бы, иудаизм, традиция учит, что лучше не рисковать, и лучше, значит, чтобы уж пусть делают на автомате. То есть, как бы, современный иудаизм – это шомрей, тора ве мицвот. То есть, мы находимся на уровне сохранить Тору и заповеди. И, ну, то есть, максимально, как бы, цель – сохраниться. Потому что современный мир настолько расшатанный, настолько активно влияющий, что устоять перед влиянием, мудрецы сказали, лучше не рисковать, это опасное место, отдались от плохого соседа, не присоединяются к злодею, поэтому религиозный мир, он законсервировался, чтобы максимально сохранить то, что есть, без уже надежды на какую-то экспансию, распространение там и так далее. Есть, конечно, некоторые течения, которые стараются. Значит, давайте подведем итог. Значит, что нам можно вот для себя понять из Иуды бен Табая? Что если люди судятся, они злодеи. Все. То есть на тот момент, пока они судятся, к ним надо относиться как к злодеям, потому что они сами себя ставят в это поле. Раз один другому говорит, ты злодей, а тот этому говорит, ты злодей. И они судятся, не могут решить, кто злодей. То они в этот момент зашли в поле, в котором работает суд. То есть они сами хотят... О, давай нас посуди там на небе, все. То есть, если ты с ними взаимодействуешь, надо знать, это опасная зона. Там, где ругаются, там, где спорят, там, где это. Теперь дальше. Когда они уже ушли с суда, они опять стали закаим. То есть, вот это вот расхождение между злодей и удостоенной, и цадик, оно очень быстрое. И ты не можешь сказать человеку, ты вчера судился, все, я с тобой дальше не общаюсь. Нет, он вчера судился, сегодня он уже может быть цадиком. Это не... И третье, что мы можем понять из этого, что если они приняли на себя суд, то есть это важно идти по Торе, то есть это единственное мерило, ну, правильности поступков. И последнее, что мы поняли, что человек, он, во-первых, он сам, мы никогда не знаем, второй человек, он злодей или раша,
Но мы должны очень четко менять, уметь свое, свое отношение, не быть законсервированными в отношениями. И я должен управлять, научиться своим. Тут я ему должен, а вы дан от коля дамлика всхуд. Тут я должен судить всхуд. Тут я должен к нему относиться как к злодею. Тут я должен от него отдалиться от злого соседа. Это может быть один и тот же человек все время, но я к нему должен уметь менять отношения в зависимости от того, что мне Тора говорит в данный момент. Ну, то есть, какой закон действует сейчас на эту ситуацию. Вот то, что можно понять из этой мишны, из предыдущих мишнаёт, язык связи между собой. Все, сегодняшний урок тоже заканчивается. Шаббат шалом, всем удачи.